В Бурятии за сутки выросла площадь лесных пожаров. Сейчас горят более 160 тысяч гектаров. Министерство обороны направило в регион дополнительные расчеты для борьбы с огнем. Авиагруппировку усилили сразу 8 вертолетов и самолет Ил-76. Военные помогают и на земле. С помощью тяжелой техники прокладывают противопожарные полосы. Тайгу тушат свыше 8 тысяч человек. Ситуация непростая. И, как отмечают в МЧС, причина – ошибки ответственных лиц, которые своевременно не принимают меры. И даже если удается сократить количество новых очагов, то старые разгораются сильнее. Не в пользу пожарных и погода в регионе жарко и сухо, и сильный порывистый ветер.